Доброе утро! В здоровом теле, как известно, здоровый дух. Выходит, красота духа зависит от красоты тела. Уверен, с этим согласятся бодибилдеры. Они относятся к телу как к храму и в итоге получают и красоту, и здоровье. Изначально бодибилдинг или культуризм воспринимался не как спорт, а как шоу. В конце 19 века в Европе мужчины с идеальными фигурами выходили на арены цирков и подмостки театров для того, чтобы изображать сцены борьбы. Попутно они демонстрировали свою богатырскую силу и приводили публику в восторг. Спортом культуризм начали называть с сентября 1901-го, когда в лондонском королевском зале Альберт Холл организовали первый в истории конкурс по бодибилдингу «Великое соревнование». Победил в нем британец Уильям Мюррей, который в тот же день стал суперзвездой. Следующий скачок популярности культуризм получил в середине прошлого века благодаря американцу Чарльзу Атласу. Он был не только успешным спортсменом, но и фотомоделью. Именно он стал прообразом первых супергероев из комиксов, которых так обожали американские подростки. Они занимались спортом, чтобы быть похожими на своих кумиров и тем самым поднимали бодибилдинг на новый уровень. На территории СССР первый тренажерный зал для культуристов открыли в 1962-м в Ленинграде. А Федерация атлетизма Советского Союза появилась только в 1987-м. Уже спустя два года белорусский культурист Николай Шило стал чемпионом Европы по бодибилдингу, а советскую команду атлетов признали лучшей в командном позировании. Культуризм не теряет популярности и сегодня. Современные умные тренажеры и продвинутый спортпит дает возможность нынешним спортсменам достигать высоких результатов гораздо быстрее, чем их предшественники. А значит, атлеты прошлого достойны двойного уважения. Особенно отец-основатель бодибилдинга, немецкий культурист Евгений Сандов. Он подарил нам красивый вид спорта и, конечно, изменил этот мир.